Добрый день, дорогие ребята. Сегодня мы продолжаем уроки «Школа онлайн», и сегодня у нас будет химия. Урок с экрана телевизора. Так, теперь готовится к государственной итоговой аттестации. Интересно и доступно. Запись телеуроков продолжается вот за этими дверями, но нам сюда заходить нельзя, а я вас провожу в эфирную. Учителя, конечно, отмечают, что такая работа для них непривычна. Вместо школьных классов и аудитории телестудия, вместо ребят перед ними многочисленные камеры, но за которыми все-таки стоят наши операторы, которые уже успели оценить интересную подачу школьного материала. Пандемия скорректировала обучение, но к онлайн-урокам оказались готовы чуть более 20% школ области. Отсутствие компьютеров, скоростного интернета позже не выдерживает. Я очень благодарна компании «Репортер», которая включилась в реализацию этого уникального проекта, потому что по территории Российской Федерации лишь немногие субъекты приняли такое решение. Химия, физика, обществознание – всего 22 урока для подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ в эфире нашего телеканала с 12 мая. С понедельника по субботу. Звонков нет. Начинаем в 8 утра. 9 и 21 кнопка. Педагоги, профессионалы, все, которые приходят, они разбирают вплоть до ошибок, которые ребята допускают. Да? И здесь можно быть уверенным, что ты точно подготовишься к ЕГЭ, потому что ты с педагогом один на один разобрал все, а потом еще на сайте все это повторил, и ты будешь уверен, что ты ЕГЭ сдашь. Тот опыт, который сейчас у нас, тот проект, который начинает реализовываться, начал реализовываться, дорогого стоит, скажем так, поэтому... Спасибо, конечно, за это. Но думаю, что надо продолжать и в плане расширения, и в плане углубления. Для тех, кто телеурок пропустил, он будет доступен в режиме онлайн на сайте www.reporter73.tv. Разобрать основные вопросы до 8 июня, дня сдачи первого ЕГЭ, успеют. Сегодня работают на перспективу и уже задумываются об организации летней оздоровительной кампании с помощью, в том числе, телеэфира. Используя сегодняшнюю ситуацию с пандемией, вообще в целом цифровизацию, может быть, уже начинать надо подписывать не только с операторами питания, с операторами летней оздоровительной кампании, но и с телевизионными операторами, для того, чтобы они нас сейчас сопровождали, помогли нам онлайн летний оздоровительный отдых реализовать. Вещание телеканала «Репортер 73» доступно на всей территории области. Мы на двух кнопках – 9-й ОТР и 21-й «Репортер 73». Дистанционный образовательный проект доступен каждому школьнику региона. Екатерина Терещенкова, Юрий Давыдов, «Репортер 73».